С Нового года все регионы страны переходят на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел рабочее совещание по этому вопросу. В мае 2018 года в республике был определен региональный оператор по обращению с ТКО. Соглашение заключили с организацией «Экоцентр». Именно оно будет обеспечивать сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО. С принятием единого тарифа на услугу регионального оператора для населения изменится и порядок оплаты услуги по обращению с отходами. Если раньше граждане оплачивали услуги по их сбору и вывозу, исходя из жилых квадратных метров, то с момента вступления в силу новых тарифов стоимость услуги по обращению с ТКО будет рассчитываться в зависимости от количества проживающих.